На нефтебазе в поселке Таежном Бучанского района сегодня проводятся обыски и выемка документов при поддержке СОБРа. Работает ГУВД Красноярского края, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Руководство нефтебазы «Нефтеком» подозревают в нарушении закона. Они, возможно, торговали топливом здесь без лицензии. И оперативники также подозревают, что деятельность руководства нефтебазы связана с незаконными действиями главы Богучанского района.